Так, продолжаю запись. Дальше плывем. Ну что, весело, да? Вы не забыли, что нам нужен бензин? Да-да, сейчас заправимся, там остановимся. Подождите. Да? Бери правее. В смысле правее? Зачем? Блин, это впереди реально весь вид загораживает. Нам левее надо, наоборот, там оно отмыть. Ну, кстати, вот давай, ты сваливай спереди. Мне нравится здесь. Нравится им. Вот меня сам вырубает, что мы летим. Вот это меня больше всего вырубает. Вон лодка сейчас стоит там. Та. Которой ты садился? Да. Уже больше трех лодок. Четыре? Да, четыре. Еще в электро должна быть лодка одна. В порту. Интересно, сколько вертолетов? Не знаю. Ну сейчас плывем, проверим. Так, а где еще? На электро? Вроде ж не было вертолета. В электро вроде нет. На черно. Вон лодка стоит. Ну, это, да. Это такая же? Да, как нет? Там. Нет, это вот как мы тут видели. Их уже больше. Четыре это. Четвертая это. И в одну ты садился вот тут. Или это ее тогда? Это она и стоит, наверное. Это ее тогда. Да, 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 да. А давай туда подъедем, посмотрим. Да вон уже уехали. Нам, во-первых, нужно заправиться. Да вот сейчас как раз нас. Нет, тут заправлять еще не надо. Бензина полно. Че? Я вообще первый раз на лодке тут. Крис, нажми выпрыгнуть. Уже. Разбежался. Круглосуточный вроде. Нет, не круглосуточный. Нет? Нет. А вон заправка вот давай. Ну вот я туда и плыву. Воображение разыгралось, да? Наверное, в порту остановимся. Нормально так море тут сделано. Да, кстати. Только что вот у меня больше всего вырубает это полет наш. Не, у меня нормально плывет. А, да, действительно. От третьего лица посмотри, да, под низ. Да. Так вроде нормально, да? А смотришь под низ, и там еще метр. Да. Ну не метр, поменьше чуть. Так, сейчас здесь останавливаюсь где-нибудь. Нормально припаркуй, не так, как ты припарковала этот. Не этот, как его, блядь. А здесь медленно, видишь, такая. Стой. Сейчас, так, нам нужно погреться, наверное. Ну нет. Ну и желательно, а то потом будет поздно. У меня 36 градусов. А ты что, градусы показываете? Да. Я тоже заправлю сейчас канистру. У меня тоже есть. Подожди, мне, по-моему, показалось, что я видел человека, у меня была надпись. Не знаю. Может, это я? Да нет, ты тогда был наравне со мной. Но зомби только появились. Да не так. А, нет, это вот, понял. Ой, меня подлагивает тут. Эй, чё это за нафиг? Блядь, меня зомбак ударил. А, блин, у меня же канистры тут полные. У меня канистры откинулись, они у меня полные. Нет, одна не полная только. Пустая. Уйди. Ну, наполнил. А чё вы канистры поставили? Это я поставил, сейчас я её заберу. Давай я одну заберу. Ну, блин, я уже забрал. Вон, пошли эти лодку. Я заправил все. У тебя есть канистры? У меня три канистры. Давайте в лодку дуйте. Нам немножко осталось плыть. Катер РВХ. Или ПБХ. Или вообще, не знаю, как читается. Сейчас заправлю я еще. Давай.
Все, я готов. Угу. Давай, беги, ходи. Все сели в лодке? Да. Я тоже сажусь теперь наперед. Не-а. Ну да, я сяду, я тоже хочу. Не-а. Ну не знаю, давай я сяду. Нет. Да ты на чуть-чуть. Нет. Садись. Да ты сядешь наперед. Нет. Да задолбали. Вот гад.